Позвольте мне поведать одну удивительную историю, которая случилась в городе мастеров. Дело было в канун Рождества, и все готовились к празднику. Ну, почти все. Потому что кое-кто затеял побег. Хватайте девчонку! Анна, иди сюда! Ай, ай! Разыскивается опасная преступница. Мне негде было спать. Дверца оказалась открытой. Ну, я... Как зовут твоего друга? Хокон. Как нашего короля. Да? Вам нужна правая лапа, чтобы махать, ваше величество. Одной левой тут не обойдешься. Что изволите? Этот пряник. О! Ты только посмотри, кто к нам пожаловал. Может, ты тут вовсе не в гостях? А? Мы твоя семья. Рождество в городе мастеров.